первом матче субботнего игрового дня пермская «Парма» принимала саратовский «Автодор». Два очка хорошо, а три лучше. «Энд-1» от Тейгердаса Жукаускаса. Перен Бьюфорд один перед кольцом, значит точно будет данк. Огненная первая четверть в исполнении «Пармы» закончилась фантастическим попаданием Александра Платунова. Вау! Кен Браун отдал в этом матче 8 передач, но и не забывал забивать сам. У него 11 очков. Иногда Перена Бьюфорда невозможно сдержать даже вдвоем. Только посмотрите на эту атаку американца. Защитник «Автодора» Тре Голден записал на свой счет 15 ассистов. Это второй результат сезона. А в этом моменте Голден не стал делиться мячом и попал под блокшот Ивана Лазарева. В конце третьей четверти от преимущества «Пармы» осталось всего лишь 2 очка. А уже в начале заключительной 10-минутки гости вышли вперед. Быстрый отрыв удачно завершил Перен Бьюфорд. «Автодор» на этом не остановился. Плюс 8 после попадания Дэвида Кравиша. Бьюфорд стал самым результативным игроком матча. У него 30 очков и 9 подборов. Янис Блумс забил 6 трехочковых, но его команда не смогла спастись. 105-93. Победа «Автодора».